Привить школьникам любовь к спорту. С такой целью в лагере «Сункар» известные спортсмены провели для детишек из разных уголков страны мастер-классы. Олимпийский чемпион «Атланты» Юрий Мельниченко наглядно показал, как ловко свалить соперника с ног, а двукратная победительница «Азиады» Анна Алябьева продемонстрировала основные элементы художественной гимнастики. Отдыхающие остались довольны, как, впрочем, и сами мастера. И это был очередной сюрприз компании «Казмунайгаз», которая ежегодно организует отдых для детей и работников нефтегазового сектора. Праздничные концерты и спортивные мастер-классы. Вот так феерично открыли очередной сезон в оздоровительном центре «Сункар». После песен и танцев на специальной площадке титулованный борец Юрий Мельниченко учил мальчишек новым приемам. Девочки же повторялись за известной гимнасткой Анной Алябьевой. Впечатлений хватит до следующего года, говорят ребята. Очень классно. И увидеть таких чемпионов, и такие мастер-классы увидеть, это не каждому дано. Дети насколько оживились, и если завтра кто-то из них проявит интерес к спорту, мы будем только рады. Здесь отдыхают дети простых рабочих из Жанаузена, Актау, Атрау, Ахтубе, Кызылорды. Каждый день тут не только развлекательные программы, но и спортивные мероприятия. В физической культуре отводится особое место. На территории лагеря построенный современный спортивный комплекс «Скрытый бассейн». За 14 лет существования здесь отдохнули в общей сложности больше 10 тысяч школьников. Только этим летом 1700. Таким образом, компания «Казмунайгаз» осознает социальную ответственность перед сотрудниками. Компания «Казмунайгаз» ежегодно в период летних каникул на базе оздоровительного комплекса «Сункар» проводит летний семестр для детей из отдаленных регионов нашей страны. Основная масса детей – это дети сотрудников группы компании «Казмунайгаз». Вместе с тем, мастер-классы от знаменитости здесь проводятся традиционно. К тому главные организаторы досуга школьников намерены придерживаться заданного курса. Впереди у только заехавшие детворы, дискотеки, эстафеты, спортивные состязания и экскурсии в Боровое. Назым Тинельбаева, Алибек Алиев, Акмолинская область.